Баршаңызды қайырлы күн, достар. Мінекі 2003 жылы өткен ересектер арасында Қазақстан чемпионатының 57 келі салмақ дәрежесіндегі ақтық бәсекені назарларыңызға ұсынатын боламын. Және бұл жекпе-жекте қос ақтөбелік, бірі әлем чемпионы Галиб Джафаров болса, екіншісі 2002 жылы 54 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан чемпионы атанған Мәди Шолақов арасындағы кездесу. Естеріңізге сала кетсек, Галиб Джафаров осы сәтте 2001 жылы Белфастта өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері және 2003 жылы Бангоктағы әлем чемпионатының жеңімпазы ретінде Қазақстан чемпионатына келген болатын. Ал Мәди Шолақовқа келетін болсақ, бір жыл бұрын 54 келі салмақ дәрежесінде Қазақстан чемпионатының алтын медалін жеңіп алған жас боксшы еді. Бұл чемпионатта 2004 жылы Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайтын бірінші нөмірлі боксшыны анықтау мақсатында өткен чемпионат Қазақстан болады. Сонымен қатар 57 келі салмақ дәрежесі сол сәтте жұлдызды салмақтардың бірі болып есептелді. И Шулаков Мади, город Актобе. Да, конечно же. Очень первоклассный боксер. Смотреть на его работу одно удовольствие. Двигается очень мягко, как барс. Меняет стойки, свободно ведется. Вы знаете, он получил такое, как вам сказать, такое... Очень неплохие боксеры ему попались. В первом бою и во втором полуфинале довольно-таки серьезно все оказывали ему сопротивление. Очень приятно, что в этой весовой категории у нас очень много хороших боксеров. Не дают расслабляться. Нельзя сейчас сказать, что Галиб сейчас в наилучшей своей форме. Конечно, чувствуется, что небольшой. Второй раунд. Во втором раунде. Вот, Галиб проходит удачную атаку. Активизировался. И, соответственно, получает сейчас преимущество. Удары проходят. Да, конечно. Неплохой бой, очень зрелищный. Оппонент очень хорошо оказывает сопротивление Галибу. Замечание секундант опять за активную подсказку. Получает замечание за неправильное техническое действие, бой возобновляется. Да, сейчас неплохая атака чемпиона мира. Да, чувствуется. Как раз даже немножко потрясли несколько ударов.
неплохой бокс. Бой идет в таком же ракурсе. Боксер получает предупреждение. С тех пор, как Казахстан стал независимым государством, у нас очень активно развивается бокс. У нас во все времена были очень много выдающихся боксеров. Ну а сейчас два ныне действующих чемпиона мира, чемпион Олимпийских игр, призеры Олимпийских игр. Как сказал главный судья соревнований, господин Аржикпаев, бокс у нас национальный вид спорта. Очень разнообразно боксирует. Он как и первый номер, также выходит на дистанцию. Меняет стойки. То есть делает непосредственно то, что нужно делать в данной ситуации. Отменная техника. Я думаю, здесь все понятно, кто был чемпионом этой весовой категории. Сейчас Юрий пропускает. Рефери делает замечание за неправильные технические действия и бой возобновляется. Да. Видите, даже внутренний чемпионат. Внутренний чемпионат такому уровню боксеру, как Галип, нельзя расслабляться. Боксеры очень неплохие, еще раз повторюсь, очень неплохие боксеры. Особенно за матч запомнился первый его бой, где молодой боксер чемпион оказал очень достойное сопротивление чемпиону мира. Как признался Галип, потом даже был слегка потрясен после этого боя. Этого боксера, конечно, ждет очень большое будущее. Мінекей, достар, жекпе-жекке қатысты өз бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Және Галип Джафаров, Мади Шулахов ағаларымызды комментарияға белгілеп, қазақ боксына төккен терілерінің ешқашан ұмытылмайтынын, ешқашан олардың есімдерінің ұмыт қалмайтынын жайлы біліп жүргендері дұрыс. Келесі бөлімде 60 келі салмақ дәрежесіндегі ақтық бәсеке. Ол салмақта да жұлдызды боксшылар бір-біріне қарсы өнер көрсететін болады. Қарағандылық Серік Елеуов ағамыз бен шымкенттік Қанат Орақбаев ағамыздың арасындағы өте тартысты кездесу орын алатын болады. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.